Оккупанты утром обстреляли дома в Купянске, двое детей тяжело ранены. Российская армия утром 22 октября атаковала Купянск Харьковской области. Тяжелые ранения получили три человека, среди них двое детей, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Телеграм. Сегодня около 7 часов утра враг обстрелял город Купянск. Есть попадания в жилые дома. Получили ранения три человека, сообщил он. Девочка 15 лет и 63-летняя женщина получили тяжелые ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Парень 17 лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Удар по Новой Почте в Харьковской области. Накануне поздно вечером 21 октября россияне ударили ракетой по терминалу Новой Почты в селе Каратыч Харьковской области. В результате атаки здание было почти разрушено, позже местные власти уточнили, что ранения получили 16 человек, 6 человек погибли. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.